Самые простые движения под ритмичную музыку, многократные повторения, чтобы достигнуть результатов. В «Химках» провели открытый урок по аэробике. Светлана Крастикова – тренер с многолетним стажем. Знает об этом виде спорта все. Аэробные упражнения – это что? Это циклические упражнения, бег, это плавание, это ходьба, прыжки на скакалке. То есть он создал такие упражнения в систему свою, что стали заниматься в Америке. Этими оздоровительными упражнениями. Аэробика тренирует все группы мышц. Заниматься может любой, вне зависимости от возраста и физподготовки. Упражнения легко повторить и дома. Держимся за спинку стула и начинаем укреплять. У Татьяны Сгибневой трое детей. Несмотря на домашние хлопоты, с удовольствием приходит на тренировки два раза в неделю. Это время только мое, когда я сюда прихожу. Ну, насчет того, что вес особо я не скидываю, но я чувствую себя как бы вот постоянно в форме, мышцы. И даже когда иду иногда по улице, вспоминаю своего тренера, начинаю там подтягиваться. Считаю, что это очень полезно. Я пришла, начала заниматься, мои дети тоже пошли. Хорошая физическая форма и отличное настроение – результат открытого урока по аэробике. Сегодня его посетили около 20 химчанок. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.